Привет всем зрителям и подписчикам канала. Вот и пришло время для третьей серии прохождения игры, в которой мы с вами выяснили, что люди у нас не вымерли. Часть из них все еще жива, но искусственный интеллект скрывает эту информацию от всех. Причина этого не ясна. Ну, отчасти, конечно, я, понятно, но все же. Так. Обломок бетона. Ну, прежде чем заходить в здание, давайте мы тут все поосматриваем, как обычно. Любопытно же. Люди выбрасывали много полезных предметов. Большая часть моих устройств была собрана из того, что люди выбросили как мусор. Сейчас не время изучать содержимое этих баков. Мои приоритеты изменились. Ясно. Зачем мне обломок бетона? Бесполезный предмет. Ну, кому-то бошку проломить можно, если надо. Хотя, пока им замахнешься. Емкость для хранения жидкого топлива, которое было запрещено к использованию еще в прошлом веке, из-за повышенной взрывоопасности и токсичности. Ясно. Так, опа, мы можем что-то с машиной сделать? Похоже, на эту устаревшую машину упало что-то тяжелое. Ну хорошо. Давай используем. Если бы мои приоритеты не изменились, я бы обязательно разобрал этот древний автомобиль на полезные запчасти. Но сейчас мне это ни к чему. К тому же использовать резак для этой цели нерационально, так как он может повредить детали. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Подумаешь. Так, что у нас тут еще имеется? Я читал, что раньше люди использовали эти ящики для получения почты. Это был очень надежный способ. Еще там говорилось что-то о голубях. Ну да. Но то уже было совсем древность. Да. Но тут по-любому закрыто, да? Люди параноидально заботились о своей безопасности. Эти двери могут выдержать даже небольшой взрыв. Эх, увы, оптимизацией эта игра не пахнет. Немножко подвисает, кадры падают, но хотя бы в пределах 30 держатся. Но в некоторых моментах и ниже опускается. Это велосипед. Колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силы человека. Но я полагал, что оно будет крупнее. Нет, аэрокар для меня предпочтительнее. Ты что, не знаешь, что у людей еще и дети бывают? Ну, видимо, не знает. Кто там? Ладно. Так. Отвечать наш главный герой не захотел. Ну и ладно. Устройство для терморегулировки воздуха в здании. Красный индикатор говорит о том, что оно отключено. Скорее всего, из-за ненадобности. Ну да. Ладно, пошли на второй этаж. Здесь мы уже все осмотрели, по идее. Так, что мы имеем тут? Кризис. Клиар. Блин, так написано, что не разберешь. Ладно, неважно. Кому надо, тот поймет, что тут написано. Моя цель заключается не в этом. Так, газ. Вероятно, я мог бы найти здесь много полезного,
Но сейчас нужно выполнить другую задачу. Может быть, мне удастся вернуться сюда позже. Да я думаю, вряд ли. Если мы тут что-то заберем, то с нами будет вестись охота или наблюдение. Или то и другое. Несмотря на научный прогресс, люди иногда отдавали предпочтение примитивным транспортным средствам. Ну да, велосипед это святое. Думаю, конструкция этого велосипеда не выдержит мой вес. Согласен. Пусто. Хорошо, давайте заходить уже сюда. Я мог бы попробовать срезать замок резаком. Но тогда сработает тревога и меня обнаружат. Ну ладно, давай просто откроем. Полицейский пневматический замок. Его невозможно вскрыть без специального оборудования. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Да ты издеваешься, друг. Ну серьезно. Красная табличка говорит о том, что помещение обесточено и никем не используется. Хорошо. Что ж мне с тобой делать, эта дверь? Я не знаю, что мне использовать для того, чтобы тебя открыть. Вырезать нельзя. Взорвать, я думаю, тоже нельзя. Ну, ладно, спускаемся вниз. Может быть, я внизу что-то не увидел. То, что нам может помочь. Кстати, а может мне эта дамочка поможет, которая здесь? Еще раз. Я не могу впустить вас. Можешь. Уходите, или я вызову полицию. Лучше не привлекать к себе лишнее внимание. Блин. Нет, аэрокар для меня предпочтительнее. Да. Любопытное начало у нас с вами третьей серии. Найдите другой способ попасть внутрь. Так, а может быть все-таки мне надо на улицу теперь? Угу. Наверное, с помощью лестницы я смогу попасть туда, куда мне надо. Ну, теперь ты... Если бы мои приоритеты, к тому же... Понятно, до сих пор не хочешь. Так, что хотя бы взять полезное? Ты можешь, друг? Так, вот, лестница. Слишком высоко. Нужно чем-то зацепить лестницу и опустить ее. Чем-то опустить. Зачем мне обломок бетона? Бесполезный предмет, как скажешь. Так, может в мусоре что-то полезное есть? Ничего, да? Что можно было взять? А здесь? Сейчас не время. Да ты издеваешься. Чем-то нужно зацепить лестницу. Кроме резака у меня сейчас ничего нет. Брать ты ничего не хочешь. Это уже издевательство, честно. Так, может... Если бы мы к тому же... Да, ё-моё. Фух, так. Что мне найти для того, чтобы опустить? Нет. Нет. Почему? Стопе. Труба. Или что это? Ну,
Давай. Мне не удалось отсоединить трубу руками. Нужно найти что-то тяжелое и попытаться ее выломать. А прорезать никак? Лучше оставить последний заряд резака на оконную решетку. Кроме того... Так, ну и теперь я уже догадываюсь, для чего мне нужен бетон. Вот теперь бетон нам понадобится. Как мне кажется. И рано или поздно мы машину будем вскрывать. Но пока это от нас не требуется. Так, бетон. Бетон, подбирай его. Зачем мне облуд? Да ты гонишь, друг. А, о, кирпич. Ну ладно. Кирпич тоже сойдет. Раньше тут у нас не высвечивался в качестве активного предмета. Если я не ошибаюсь. Труба, ломайся. Вероятно, я смогу выломать эту трубу с помощью кирпича. Это редкий случай, когда грубая сила эффективнее, чем наука. Ну давай. Херась. Еще раз. Херась. Отлично. Теперь я смогу дотянуться до лестницы. Молодец. Ну, я думаю... Вода тут никому не нужна. Так что... Никаких проблем быть не должно. Наверное. Фух. Что ж, наша приоритетная задача... Выполнена. Давай, цепляй. Ты издеваешься. К сожалению, я не могу подпрыгнуть. Ты не можешь прыгать? Неужели ты настолько тяжелый? Ладно. Может быть, я смогу встать на этот обломок и дотянуться до лестницы? Да, можешь, делай. Это логичный вариант. Вот так вот. Давай. А, ну ладно. Давай. Становимся. Молодец. Красавчик. Лезем. Юху! Ну вот, все оказалось не так уж и сложно. Просто пришлось побегать малость. Так, теперь главное все сделать. О! Тихо. Только по лестнице мне тут не хватало. Кажется, полицейские меня не заметили. И хорошо. Так, ладно. Бегом осматриваемся и ищем. Я хотел изучить эту древнюю литературу, но сейчас не самое подходящее время. Всегда самое подходящее. Сейчас я не могу взять с собой лишний груз. Лучше... Понятно. Так, ладно. Значит, что тут еще есть полезного? Во. Давай. Какой-то планшетик с данными. Не поверишь, но я своими глазами видел, как чертов робот угнал аэрокар. Не понимаю, как вообще робот может сделать такое. Может быть, в башке что-то коротнуло. Слушай, выключи автоматические обновления у Джеффа на всякий случай. Вдруг это какой-то баг. Лучше перестраховаться. Возможно. Так. Хорошо, с планшетом мы разобрались. Что еще есть полезного? Красивая картина. Так, тут мы были, это все смотрели.
Окошко мне не надо. Так, это что, это записка какая-то лежит у нас. Пит, они схватили мою жену и дочь, пока мы искали припасы. Понятия не имею, где они теперь и что с ними. Вышел всего на 5 минут, а когда вернулся, увидел, как их уводят в полицейский кар. Какой же я идиот. Я просто стоял за углом и наблюдал, как трус. Не могу простить себя за это. И больше не могу быть здесь, с вами. Питер, ты всегда помогал нам, с Ритой. Спасибо тебе за все. Позаботься о группе. А я должен отыскать свою семью, чего бы мне это ни стоило. Ясно. Печально. Полицейская док-станция отличается от моей не только расцветкой, но и типом подключения. Я не смогу здесь подзарядиться. Ну да. Иначе тебе наступит полный грандец. Так, а... Ага. Глубже в комнату нам зайти не дают. Похоже, это какой-то контейнер. Да, похоже. Ладно, делаем дело. Так, пистолет. Возьмем. Боеприпасы для этого оружия давно не производятся. Поэтому оно бесполезно. Разбирать его тоже не имеет смысла. Его конструкция слишком примитивна. Ну ладно, тебе не хочешь брать, не надо. Так, полицейский жетон. Значит, тут раньше... жил. Мне попадались газеты и журналы, оставшиеся со времен людей. Но все они были изданы как минимум на 50 лет раньше, чем эта газета. Угу. Так, ну хорошо, теперь взаимодействуем возможно, с этим. В интеркоме есть ценная информация, которая поможет мне найти диск данных. Согласен, давай. Так, что у нас есть из мыла? Так, Флетчер 404, ошибка, да? F2, почему ты не выходишь на связь? Все в порядке. Чтобы не рисковать, я перемещу группу. Буду тебя ждать в ядре. Я установил дополнительную защиту, проверь картину. Угу. Даниэль. Мой дорогой друг, пожалуйста, прими мои извинения за отправку вам этого письма без вашего согласия. Мое имя является... достопочтительный господин Даниэль, не имея любой придумать требовать свои деньги, и если его невостребованных волю быть переданы в государственную казну банка, так я приглашаю вас совершить сделку, где мы можем поспособствовать передаче этого фонда. 40% к вам, как ваш процент, если вы согласны с моим предложением. Дальнейшие детали передачи будут отправлены вам. Пожалуйста, я призываю вас, чтобы отправить мне свой личный адрес и электронной почты. Жду вашего ответа как можно скорее. С уважением, Даниэль. Господи. Какой кошмар. Так, USS Corporation. Так, оптимизация. Ну понятно, очередные обновления, которые только портят роботов. Так, и последнее. Так, опять очередное обновление. Угу. Ясно. То есть толком ничего полезного. Хорошо, удалить не... О, можно все это удалить. Ну и ладно. Такс. Позвонить никому нельзя. Ну не надо. Так, нам было сказано осмотреть картину. Ну давай, что там за ней? Сейф, ключ или что-то еще? Ну конечно. За картиной установлен потайной сейф. Вероятно, то, что ее еще находится внутри. Так, можем связаться? А это надо? Или лучше поискать данные, хотя я их поудалял. Видимо, зря. Зря я их, видимо, удалил. Печалька. Но там вроде бы я нигде кодов их не видел. В
коль не ошибаюсь. Ладно, мы можем сделать, давайте сделаем. Я зашел в тупик. Нужно связаться с Грегори и решить, что делать дальше. Ну давай. Грегори, прием. Я на месте. Как обстановка? Вам удалось проникнуть в квартиру информатора? Все в порядке. Я проник в квартиру по пожарной лестнице и осматриваю помещение. Понятно. Вам удалось что-то найти? Возможно, диск все еще здесь. Я нашел потайной сейф, который не был вскрыт полицией, но не знаю, как его открыть. Подключу Ника, он поможет взломать сейф. Удалось обнаружить что-то еще. На интеркоме U2 я увидел сообщение, которое пришло меньше суток назад. Видимо, уже после того, как полиция обыскала квартиру, потому что оно не было прочитано. Из сообщения следует, что у нашего информатора была назначена встреча в неком ядре. Ядро? Сейчас проверю. В 12 километрах от вас есть заброшенный бар с таким названием. Высылаю координаты. Если вы не обнаружите данных здесь, придется проверить, что там. Так, понял. Сейф, ловушка. Так, что с сейфом это делать? С ловушкой-то понятно. Пофиг. Как мне взломать сейф? Ник подключится к сейфу через ваш интерком, изучит его защиту и сообщит вам, что делать. Странно, что полиция не вскрыла сейф во время обыска. Он был спрятан за картиной. Вероятно, они его просто не обнаружили. Потайной сейф? Но как вы его нашли? Я исследовал картину и обнаружил, что она открывается. Интересно, что вы это обнаружили. Обычно роботы не обращают внимания на предметы искусства, поэтому полицейские, вероятно, и не нашли сейф. Хорошо, я подключаю Ника. Сообщите, если что-то найдете. Конец связи. Арти, прием. Поднесите ваш интерком ближе к сейфу, чтобы я мог подключиться к нему. Хорошо. Как скажешь. Сейчас сделаем. Давай. Топаем. Делаем. Я возле сейфа. Хорошо. Устанавливаю соединение. Нужно произвести заводской сброс. Готово. Сейф сгенерировал новый пароль, и я перехватил его, но он зашифрован. И что делать? Использован криптографический тип шифрования. Его нельзя взломать удаленно. Сейчас я напишу программу, которая поможет вам подобрать пароль. Переставляйте элементы на экране сейфа, используя подсказки на табло интеркома. Никогда не занимался взломом. Придется рассчитывать только на себя. Ну, супер. Так, и что от нас хотят? Типа, нам нужно цифру собрать? Или что это? Ага. Ага. Ну. Как бы все. Или чего от нас еще хотят? Ну, восьмерочку я собрал, но это, видимо, не та цифра, которая нам надо. Ну, давайте девяточку сделаем. Что, тоже не подходит? Так чего от нас хотят? Ну, троечку давай. А не, вот мы еще не доделали ее. Че, не подходит? Да ты издеваешься. Так.
Так, звук произошел, значит, делаем что-то правильно. Надо по звуку, что ли, ориентироваться? Ну, звук есть. Ну и тройку я уже собирал. Нелогично. О, я ж собирал ту тройку недавно. Неужели там что-то неправильно сделал? Ладно, неважно. Первая цифра 3 у нас взломана. Хорошо. Так уж и быть. Видимо, что не так сделал в прошлый раз. Так, тут уже пеликаня нет. Так, есть пеликанье. О, наконец-то. Ууу, девяточка. 3-9, хорошо. Не так уж и сложно. Так, тут по-любому, наверное, четверку нужно сделать. Хотя, кто знает. Так, по-любому четверка. Так. Фух, так, еще осталось две циферки. Две циферки. Давай. Подай мне сигнал. Ну давай же. Ладно, не хочет. Есть. Воу, назад. Что, опять тройка? Троечка и последняя циферка. Давай. Какой же этот пароль? Пока тишина. Давай. Есть. Отлично. Походу шестерка. Или пятерка. Да, пятерка все-таки. Иху! Код взломан. Несложно, но напряжно. Хороший ключище. Как я и предполагал, диска данных внутри не оказалось. Но, видимо, я нашел ключ, о котором говорилось в письме. Придется рискнуть и отправиться в бар Ядро. Может быть, там мне удастся найти что-то. Ладно, значит, я как понял, тут нам больше делать нечего. Это мы прослушали. Письмо прочитали. Так, взять что мы можем? Сейчас я не могу. Все-таки мы не можем. Ну тогда все. Если нужно уходить. Здесь я больше. Да, уходим. Тут нам делать нечего. Улетаем в этот самый бар. Посмотрим, что этот такой древний ключ открывает. Так, ну что ж, ребят, мы с вами, собственно говоря, уже полчаса данную серию записываем, поэтому... Почему окна в этом здании заколочены досками? Поэтому давайте мы закончим, я думаю, на этом серию, этот бар будем исследовать уже чуть позже.
здесь никого нет. Однако освещение функционирует, хотя здание выглядит давно заброшенным. Странно. Главное, чтобы нас тут сейчас не поймали. А то есть у меня такая чуйка, что нас сейчас со всех сторон менты набросятся местные. Ладно, как я и сказал, обыскивать это строение мы будем уже в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока.